Здравствуйте, с вами канал NameDB. На финансовое благополучие человека влияет множество факторов. Профессия, размер заработной платы, трудолюбие, список обязательных трат и умение распоряжаться финансами. Однако существует множество способов привлечь энергию денег не только в свой дом, но и в свой карман. Главное знать, как правильно выбрать кошелек по знаку зодиака. Какой формы он должен быть, какого размера и цвета, и из какого материала. Овну не стоит экономить на таком аксессуаре, как кошелек. Он должен выглядеть солидно и дорого. Предпочтение стоит отдать натуральной коже, а не более дешевым материалам. С таким кошельком Овен будет выглядеть на все 100%. Это подчеркнет его высокий статус и поспособствует росту прибыли и повышению уровня доходов. Идеальный вариант Овна – большой прямоугольный кошелек красного, золотого или малинового цвета. Телец – это знак, нацеленный на материальное благополучие и финансовый рост. Однако лишний выпендреж ему не нужен. Тельцу стоит отдавать предпочтение скромным, но стильным вариантам. Кошелек тельца должен быть однотонным, без лишних надписей и рисунков, в желтой или зеленой цветовой гамме. Мужчине этого знака лучше приобрести портмоне этих оттенков, а женщине больше подойдет клатч. Легкомысленным близнецам, не умеющим разумно распоряжаться деньгами, лучше вообще завести два кошелька ярких цветов. Они будут прекрасно подчеркивать жизнерадостность близнецов. Можно смело выбирать кошелек фиолетового, оранжевого, зеленого или голубого цвета. Женщине знака близнецы лучше отдать предпочтение прямоугольной форме, а мужчине – квадратной. Чувственным и эмоциональным ракам лучше отдать предпочтение кошелькам с большим количеством отделений и всевозможных кармашков. Больше всего ракам подойдут кошельки прямоугольной формы, которые можно складывать, а вот цвета можно менять. Подходящими оттенками для подопечных знака рак можно считать серебристый, белый, голубой или синий. Лев любит шик и роскошь, модную одежду и стильные образы. Поэтому и кошелек должен выглядеть не менее изысканно и шикарно. Желательно, чтобы он был украшен блестками, камнями, рисунками и надписями. Чем богаче он будет выглядеть, тем лучше. Привлечь энергию денег может кошелек желтого, красного или же черного цвета. Прямоугольный кошелек льва должен иметь внушительные размеры. Кошелек девы прежде всего должен быть удобным и практичным, с каким-то ярким акцентом. Это может быть цветной орнамент, украшение или узор. Кошелек должен быть самой простой формы – белого, зеленого или голубого цвета. Именно такое сочетание считается самым удачным для девы. Весы – это очень стильный знак зодиака. Они любят выглядеть изысканно и оригинально, поэтому тщательно подбирают аксессуары к своим образам. Форма кошельков у весов может быть как традиционно прямоугольной, так и квадратной или даже круглой. Помочь усилить денежные потоки могут кошельки зеленого, небесно-голубого или синего цветов. Такому серьезному и сильному знаку, как Скорпион, лучше приобрести вместительный, высококачественный и дорогой кошелек. Однако он не должен быть громоздким, поэтому лучше отдать предпочтение складывающемуся кошельку. Выбирая цвет кошелька, лучше отдать предпочтение золотистым, серым или желтоватым оттенкам. Веселому и жизнерадостному стрельцу подойдет крупногабаритный кошелек яркого цвета. Притянуть удачу в финансах помогут фиолетовый, голубой и зеленый цвета. Еще больше увеличить шансы на повышение уровня доходов может талисман стрельца, который лучше хранить прямо в кошельке. Практичный и рациональный козерог настолько консервативен, что даже звезды с этим не спорят. Он может смело выбирать кошелек классической формы и цвета. Бумажник козерога может быть коричневый, синий или черный и прямоугольный по форме. Предпочтение лучше отдать коже. Оригинальному водолею можно рассчитывать на увеличение прибыли при наличии интересного и необычного кошелька, сделанного руками кого-то из близких.
При этом форма кошелька должна быть классической, а цвет может быть разный – белый, бирюзовый или синий. Мечтательным и романтичным рыбам лучше выбирать что-то винтажное. В цветовой гамме лучше отдать предпочтение светлым и холодным оттенкам – белый, серый, голубой или серебристый. Форма кошелька может быть квадратной или прямоугольной, а талисман в виде рыбки еще больше усилит энергию денег. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!